Это был Джордж Миллер, тот, кто дал старт жанру в кино «Гонки преследования». И теперь он вернулся, чтобы вновь завести мир, который он создал. Это действительно очень впечатляющее переосмысление, и вы сможете его посмотреть. Этот мир полон мелких деталей, и его персонажи увлекательны. Джордж — это легенда кинематографа, и я была счастлива жить в его мире полгода. Где-то года два назад я был на длинном рейсе между Лос-Анджелесом и Сиднеем, и кино «Дорога ярости» появился и начал крутиться у меня в голове. И когда мы приземлились, я сказал своим коллегам: «Кажется, у меня есть еще безумный Макс». Это была возможность использовать новые технологии, но при этом все равно снимать настоящих людей и машины в полном хаосе. Драматическая история в постоянном движении — это очень сложно, но для Джорджа это то, в чем он преуспевает. Помнишь, как ехать, да? Джордж — абсолютный гений. Он вкладывает свое сердце и душу в каждую деталь. Я работаю с Джорджем уже 45 лет и никогда не видел, чтобы он сдался. Он никогда не идет простым путем. Джордж просит делать вещи, которые кажутся сумасшедшими, но результат действительно потрясающий. Он переворачивает грузовики, взрывает что ни попадя и крепит людей, включая меня, к штукам, которые слишком высоки. И он делал это полгода, пока не получил все, что хотел. Джордж создал мир, который обрадует не только фанатов, но и поколение, которое могло не знать этих фильмов. «Дорога ярости» куда более поглощающее кино, чем старые «Максы». Вы увидите что-то большее, аутентичный мир. Джордж провел много времени, прорабатывая все детали в мире безумного «Макса». Я думаю, люди свихнутся, когда посмотрят фильм целиком. Ты на самом деле не в фильме, ты в том мире. У цій пустелі я єдиний, хто тікає і від живих, і від мертвих. У мене нічого немає, окрім інстинкту. Вижити. Від руки моєї ви постанете із попелу цього світу. Ми не речі. Ми не речі. Куди вона їх везе? Вони моя власність! О, який день! Який чудовий день! Хочеш пройти крізь це? Уперед! Світ загинув. Кожен з нас зламався по-своєму. Важко сказати, хто шаленіший. Я чи всі інші?